Девочка своей маме вытащила машину. Катя, тебе сейчас нужно будет осчастливить кого-то из гостей. Тебе нужно будет отвести фото. Хорошо думай, когда ты тянешь. И достать оттуда. Все, закрывай глаза. Все, по-честному. Ну ладно, по-честному. Моя ляля золотая. Одну. Да, да-да-да. Давай следующую. Хозяйка выиграла. Так, я так понимаю, что... Нет, так, второй сертификат на три рулона. На три любых рулона или пулькин, или первым был. Прекрасно можно будет сделать из этого фрагмент. Туалетную бумагу. Часть стены. Итак, твоя счастливая рука. Барабанная дробь. Почему без языка ходит? Три рулона, любые три рулона из бренда Fatal Game Firmball достаются Александру Зеленко! Александр. Александр. Не дождался. На правах хозяйки. Мы передаем это следующему? Или оставляем Александру? Сдаем следующему. Голосование, да? Так, Катя. Катя, обои должны достаться женщине. Да. Не факт. Так, следующая попытка. Денис Поздняков. Дениса тоже нет. Переиграй. Пока до женщины не дойдет. Я понимаю, это моя вина. Следующая женщина. Шершена там. Так, Катя, твоя счастливая. Катя, давай женскую. Катя не посмотрит. Катя сама. Так победила, в любом случае победила Артемида. Это подтасовка какая-то. Это подтасовка. Какая-то подтасовка. Интересно, да? Александр! Уже нет, да? Бабок. Переиграть нету. А, нет, он вот есть. Хорошо, вам. Нет, а вы к этой краске у вас уже есть обои. Все в комплект. Ну, наконец, последний сертификат. Здесь подписано на одну банку, это неправда. На любое количество банок, но максимум в общем объеме 10 литров. Краски не полгрин, не фонбол. Этого достаточно, чтобы выкраситься. Ничего себе! Да. Это, то есть мы это говорим как главный пес. Итак, твоя счастливая. Опять Артемида. Артемида выиграла. А нет, это подтасовка. Это же мутят мужчины сегодня. Это горячая жарища. Да, да. Итак, ну мы сейчас его объявим, кто не дождался. Вдруг его нет. Кто торопился. Вдруг его нет тоже. Победителем 10 литров любой краски Фромбол становится Дмитрий Клименко. Ну, есть? Супа чесноку. Иных уж нет, да, а те уже удалили. Мы предупреждали о розыгрыше. Нет. Точно под тасом. Нет, я же даже руками не куда.
краски в любимый фонбол становится Инна Томасова. Это вообще здорово, конечно. Справедливо существует. Я бы сейчас сертификат прошел сейчас. Все это. Девочка Катя. Да. Пять банок и йоды. На этом спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам огромное. Скажи, что так и справедливость есть. Это очень красивая. Начинаем с этого. Последнюю минуту пишу. Да, я прошу.